мне опять пишет пацан, который говорил, что я обещал его крестом научить играть. Пишет за. Я пишу, короче, ну да, рыли ЦВК 25 герх. Тут говорит, блин. Чем ответить? Бедный чувак. Вообще бедный. На один хосты больше, короче, на этом посохе. У нас ПД больше прилично. Сокетов больше даже. Голду за уроки, говоришь, брать? Да какая голда? Ты же альтруист. Да, я с папочкой чувак. Или обмен услугами, да? Ты типа подпишись на канал, я тебе научу. Ну, по скайпу еще версии делать. Да, по скайпу мне только сиськи показывали. Значит, все назад ушли, все назад ушли. Назад ушли, назад, назад в черепок. Зашли обратно. Звездочку ушли. Сейчас собаку приведут одну. Какая это будет собака? Это зеленая. Кот и брейк. Да. Ну что-то типа ты сейчас затанчит, или что-то она боится или что-то. Ну, наверное, первый раз танчит. Я думаю, он справится. Я вот не знаю, справлюсь ли я. На пол, это надо будет для дамаг сейчас. Не, ну на профа может еще и хватит, но на леща точно нет. После дискона был 260. Да, 270. Да. Там хорошо. А вы дали за килли. Килли. Ну чё? Чё это такое? Зомби типа надо убивать. Так, даю. Убили крутого. Задодали. Или стан дайте. Сейчас вас захилят, дадите АУЕ. Дали АУЕ. Так, ловушки пока не агрят. Сейчас два тела поднимем. Поднимаем из антроп. Это одно тело даже. А, он встал. Ну тогда захиливаемся, фотаемся. Пейте ману, пока есть время. Идите ловушки открывайте. Так, направо-налево побежали. Так, стан редкий. Ренжу 4 шп, хан, 2 совы, лок, нет, ну ладно, лок. Так, магия шанан под боссом, значит,
Если кто-то из РБД упадет, на выход пойдут маги. Сразу блинком на рейндж, на всякий случай. Все четко делаем, перебегаем, не ловим лишний дамаг, не напрягаем хилов. Перебегаем под борты. Лава, как мы две совы. Нас тут и трое. А, три совы, значит лок под боссом, кралька в рейндж. Так, 9 человек с протопала на РНЖ. На РНЖ внимательно. Соблюдайте рейндж 8 метров или сколько там, 10, чтобы не блювали. Три человека блюют случайно, не сагрите боссов. Три человека блюют, не больше. Если будете больше, если мы упадем, пизда вам отвечаю. Было такое уже. Чек на пол. Мы с Джерем улетаем с нами. Джерем, ты в РК? Лок на рейндж. Вам услышал? Но он бежит. Вот здесь. А, там еще лок бежит. Блять, вы че? Написать ничего не может почему-то. Вырезали лока? Короче, беги лок на рейндж, если что. Так, вот он лок. Чек на лок. Ты учел там, что Джерриона нету? Да. Я говорил, что... Кралька. Короче, нормально. Хорошо. Пришествие, Израиль. Израиль. Алло. Израил. Начинаем. На РНЖ двигаются все. Если люди бегут, двигаем. Ловим рейндж. Вперед, назад, вправо, лево. Сторон много. Надо подождать. Бабок. Ну или крылья там. Крылья. Три человека, молодцы. Бежим. Бежит. Вам бегут, двигаемся. 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 Людей на РНЖ захилили во время блевоты. Время губительного газа. Способилки оттуда. Побежали. Оп-оп-оп. Оп-оп. Так. Кто упал? У меня забавно. Джерио. А, все. О, не было здесь. Хорошо. Я это заломал, честно. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Уступаем место. Рейндж. Держим. Протопал бежит, рейндж держим. Протопал тоже держишь, рейндж. Не вставай в беды, который дамажит, отбегает. Он починил трубы для подачи ядовитой слизи. Надо подождать. Липучка, вонючка! Захилили. Отличные новости, народ. Побежали. Рейндж уступает место, уступает место. Для подачи ядовитой слизи. Так, бьем, значит. Беги, малышка, беги! Отличные новости, народ! Побежали в лужу. Снова потекла. Прожался. Сейчас быстрее будет слизно. Хилим сильно. Уже побежали. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Так, блюют люди, захил сильный. Сильный захил. Рейндж держит. Захиливаем. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Так,
захил, захил, захил. Дали чешки всякие. Чешки дали, много людей появилось. Заблевались, блядь. Беги, малышка, беги! Так, один маг на рейндж. Давайте, два мага на рейндж, вышли и добиваем. Два мага на рейндж, выканулись. Приготовились разбежаться, побежали. Мелизона вышли с центра, вышли, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Новости, народ. Все, допи доедят. Ужас не стоит. Слизи. Все, лес на всех. Лока поднимите, лок беги, ставь шкаф, Джерри он тут. Интересно. Пять минут прошло, он сдохло. Или мы с собак за минуту убили, а босса за две. Ого, да я поэт. Джерри он тут. Потрясающе. Ладно, Джерри он тапки упали. Ладно, ролим тапки на ох. Никак, блять. Супер, где объект? Ролим. Легенда, ты шею с Вальки забирал, не? Да, забирал. Это лучше, по-моему. Или не надо? Не ну пока, в принципе, мне в принципе пока не надо, я все это могу ходить. А ты много шмоток забрал уже изи отдал. Конечно. Одной с не было, а другое дело. Изи, изи, ты на оф или на мейн? Так, остальное не надо. Смоньте меня. Ну сейчас точно два тапка упадет. Если вы сумоните, спасибо. Да, хорошо. Ага. Джерри, я ж тебя люблю. Джерри, он в РК там нет, гляньте. Да, он в РК. Так, значит, ставлю метки на шаманов. И... да, на шаманов. Будет появляться три споры. Дайте рыбу. Дайте рыбу. Будет появляться три споры. Надо будет вынести две споры. Одну квадратику, одну к треугольнику, одна под боссом обязательно. Два стака как минимум надо ставить. Не рискуйте, можете умереть. Так, значит, герцогиня, ну тут я думаю ты справишься, на каком стаке там, смотрите сами. Айоши, Лирана, посмотрите за герцогиней, по ситуации дайте каплю, только не вместе по очереди. Сначала Айоши. Чехно. Раз, два, три, начинаем. Повеселимся! Я пока не могу прочитать это заклинание. Это обычные... Если Джерина нет на боссе, тапок не получит. Да я... Да мне не надо тапок. Не надо? Точно не надо? Нет. Кралька шпрывается. Ладно, я тогда заберу. Сейчас нам с кралька по тапку подарим. Два тапка. Споры сбежались, споры сбежались. Треугольник бежит к споре. Наоборот, давайте, спора бежит к треугольнику. Рассредоточились. Не устраивает цирк. Дай крик на хп. Джерри, тут еще? Да, чё? Хем ворвёмся на
я думаю, демоном зайти, ты кантом, наверное, на полка нам дамаг. Я пока не могу прочитать это заклинание. Идешь кантом? Я скажу Кирцекину. Я заберу сейчас. Божественную защиту нажал. Вижу баф от него. Значит, давай Айоши каплю на герцогиню. Айоши, давай. Здесь поможет. Блин, не понимаю, мама залила. Да, ну, мне, короче, меня обманул ДБМ. Это Васап там как-то говорил, там раньше, да? Вот, да. Секунду сейчас прожал, короче, а она уже кончилась. Споры не ловим сейчас, но вместе споры не стоят. Споры не стоят, вышли. Вышли оттуда, блядь. Три споры, сука. Кто вас захиливать будет? Так, Лирана, дай каплю на герцогине. Что-то я, блин, 9 стаков на герцогине был. 9? Да. Ну да, уже 9. Ничего себе, а как? Да я тоже сейчас не ожидал такого. Все слышали. Окей, тапки упали. Ну я же говорил, двое. Давайте, не буду открывать, двое тапков. Один. Раля, Грац! Я же тебе говорил, Каль, ты мне верь всегда. Давай, давай, перебивай, я прилог. Поздравляю. Спасибо. Рали везет уже, пипец, на них. Будет на тапке, Ван будет просто. Кстати, это вторые тапки, да, эти недели? Да, в моем рейде вторые тапки. И тоже в пятницу будет. Да, просто будет нормальный рел. Блин, можно кота одевать? Да, можно. А у кота и медведя разные, да, шмот? Несколько. Ну, почти одинаковые, да? Да. Так, спасибо за сумму. Так, сейчас будем делать рокировку. Джерри, ты здесь? Угу. На контакт идешь? Да. Сейчас мы ивент убьем. Прими сумму, или портани сделал раньше, у нас запустился ивент. Так давайте сделаем по-честному, лютый Макс тоже вот на ВДД. Ты Макс, мага. Блин, ты мага больше так? Там же не надо. Давай, может, на сову лучше зайди. Ну, кто профитит, кем ты больше даже не знаю. Я как-то совой себе комфортнее сейчас. Да пусть с собой заходит. Да. Бэйр. Еще лишний.
ДПС у нас значительно прибавится. Мы сейчас ставим шкаф. Так, WhatsApp на РЛ. Я пойду на лопа демона. Хотя это мало ДПС, конечно. Но по сравнению с собой больше. Так что, мне заходить? Да, да, заходи. Да, заходи, Джерри. Главное, что ты баф даешь. Джерри на хабар. Я думаю, заходить. Или хантом, или что-то. А кто еще есть? Ромка кот. Не, это шляпа. Хант лучше здесь. Лучше вообще-то. Да не хэс, за хант лучше. Мак лучше, у меня есть мак. Да, ну это пиздец. Так, сумоньте всех. Там лича тоже надо будет менять. Я еще с герцогиней уверен, но там глянем трай. Так видно самому. Дай там ассисты или рэла. Да ща дальше. Будем стопать. Первого зеленого слизня будем сливать без замедления. Герцогиня в кукле умеешь сидеть? Значит, обязательно на первой переходке и на второй, когда два слизня, замедлить обоих. Первого зеленого не замедляешь, мы стопаем для этого. Копишь рагу сотку, а смотришь по лужам. Значит, здесь пушка. Я релок. Касается Макгрегор, убогая, изи, всех ретриков, эльф, уриков, блять, бежите, пока слизень живой, вы бежите к нему, прям, несмотря ни на что. Вот. Только после отбрасывания не бегите на него. Да, после отбрасывания бежим, вот если вас не бросило в РДД, вы бегите в РДД. Так, значит, давайте придумаем меточку. Какой у нас милик на ИП хочет поводить миликов? Чтобы вы вставали в меточку и откидывались в одну сторону. 100 ИП. Давай, это будет Айош. Айош, тебе ассист меточка слетит, поставишь. Это будет квадрат. Так, чек на пуп. Значит, сейчас бурсты не отдаем. Дайте мой пифолог. Бурсты не отдаем. Макгрегор здесь? Да, да. Бурсты не отдаем. Бьем аккуратно профи. Когда скажу, стопнем. И подходи, пей куклу. Танки приготовились. Бьет куклу. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Отличные новости, народ. Что хп мало. Прикол. А, фласка закончилась. Так. Я буду замедлять сить. Точнее, каст постараюсь.
Стоп по боссу, стоп по боссу, стоп по боссу. Никто не бьет босса. Еще чуть дальше, вот ты стоишь там. Приготовились. РДД в центре, медики там. Слизь на сип. Свои цели бьем, дебафы. Смотрим. Бурсты отдаем на слизнейные. Здесь сильнее, не вижу дамаг. Красная смена, приготовили. Бежали от красного. Оббежали от красного. Добили. Что-то я ничего не чувствую. Добили сильно. Что? Это еще откуда? Готовили, следующий будет красный. Пельмени не ловят. Это можно попасть. Красные РДД готовились, красные РДД повернулись. Сильно красного РДД, сильно красного. Великий красный. Бля, еще колбы здесь будут. Колбы будут великие, 3 секунды. РДД в центр, великий к проку. Великий к проку. Сейчас будет зеленый, внимание. Почему не даем внимание? Зеленый выходит. Сильно в зеленом все мильки. Сильно. Почему передал? Сбежали с цели, сбежали с цели, сбежали. Зелен. Добили. Плохо бьет. Следующий будет красный, ты его уже быстрее. Сейчас раги у тебя до хилища должны быть. Так, красный слизи, внимание. РДД приготовили. РДД повернулись на красном. РДД повернулись. Идем красный. Неожиданно. Сука, вы чё гуси? Кралька, мизантроп, мизантроп, креста и захит. Сильно бьем, сильно. Мизантроп, креста и захит. Стоп по профу. Не бьем профу, не бьем профу. Стопнули по профу. Будет зеленый, потом переведем. Стопнули по профу. Затроп гусяра упал еще раз. Так меня естнули прям в ложу. Зеленого сильно. Отошли. Захил, захил даем. Добиваем, добьете. Добиваем. Переводим. Так, умер ДЦ или РА? Лютый, поднимаем мизантропа. Выберет все к столу. Все к столу ушли. Выберет цель. Давайте рост. Мизантропа подняли. Не залету зеленого. Хватит слизней сил. Лютый гимн на ХП, антихам гимн на ХП. Куда? Чем я тебе? Совой? А. Ладно. Ну, давайте проб. Ужасно. Побежали.
Кого бы сейчас? Так, разомкнув, ты живой. Кого лучше поднять? Два. Или два. Регов нет, кстати, на диван. Захиливай, бей. Интересно. Не падаем, если что. На мне 400 забери так. Теперь, паладин забери. Нужен диван. Орегов нет. Да сука, падайте. Чё-то я, блин, завтыкал тоже за саки. Так, мизантроп из Риэль, как умирали? Пельмени. Пельмени. Интересно. То еще от пельмени плюс время. Зависли, что ли? Зависли, нет?